В молодежном центре «Этаж» в станице Сиверской открыли обновленное пространство для добровольческой деятельности «Доброцентр». Почетными гостями события стали глава района Андрей Дорошевский, депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко и молодой депутат Совета муниципального образования Сиверский район Денис Бирюков. В этом уютном и удобном помещении смогут встречаться волонтеры и активисты района для развития социальных и гражданских инициатив. Уже выделена ставка специалиста. Осталось только получить официальную франшизу «Доброцентра». После небольшой экскурсии гости встретились с активной молодежью Сиверского района. И чем больше у нас таких будет, неравнодушных, простых граждан, в чужой беде, тем будет лучше для всех. Потому что если мы помогаем друг другу, по соседу, неважно там, еще кому-то, значит, мы можем быть уверены в том, что если у нас что-то случится сами, то нам обязательно помогут. В зале собрались победители конкурсов и грантов, представители добровольческих объединений. Словом, неравнодушная и активная молодежь муниципалитета. Молодые люди рассказали о том, какую работу проводят в качестве волонтеров. Поделились и своими планами. Наталья Черепанова, благодаря гранту, скоро осуществит свою мечту и откроет в Сиверской столярную мастерскую. Я решила создать школу столярного мастерства, где мы будем молодежь привлекать к этой профессии, так как в школах я узнала, что сейчас уже нет такой профессии, то есть не вводят азы эти. И таким образом я хочу, чтобы эта профессия все-таки была, жила, и молодежь все-таки умела что-то делать руками. Депутат Сиверского районного совета Денис Бирюков выразил готовность помочь полезному и нужному проекту. Приятным окончанием встречи стало вручение благодарностей и дипломов за активный вклад в реализацию молодежной политики.